передать всем пламенный привет, потому что мы приехали. Сегодня у нас будет урок макияжа по какой-то бомбической низкой цене. За 3000 рублей нам обещают 2 часа обучения. Посмотрим, насколько это реально. Мне почему-то кажется, что они очень разрешат ли съемку, потому что я ехала 2 часа. Ну ладно, не буду врать, много-долго. Сейчас все занесло еще снегом, и салончик находится в Люберцах. В общем, достаточно далеко от меня, поэтому будет грустно, обидно, если мне не разрешать доставать телефон, что-то снимать, фоткать, и вот это вот все. Так, ну что, у нас необычное вступление, все потому, что мы с вами в туалете, короче, легкая зарисовочка, как раковина выглядит. В самом салоне туалета нет, потому что это помещение огорожено в торговом центре, и боюсь соврать, ну типа 4 на 2 метра, очень маленькая, но будем надеяться, продуктивная. Никто не выгнал, это радует. И вот здесь вот, кстати, краники, я думала, не работают. Все, пошла в мужскую искать, где мыть руки. Оказалось, что его надо двигать вот так. Мне кажется, шедевр, оцените. Вот. Вечерний макияж, ходите. Да. Так краситься вы умеете, да? Ну, как базовые масса. Вот эти моменты. Можно даже с ними, может, я чего-то не знаю. Допустим, базовые, что касается вечернего, и потом какой-нибудь макияжик накидаем. Я могу вам один лак показать. Может быть, конкретно есть какие-то смоки, например, научиться делать. Стрелки, например, рисовать, да? Можно красивую стрелочку и какую-нибудь штучку там вверху вот такую. Настя, ты принесла подводку свою? Нет. Плохо. Да мы можем и карандашом рисовать. Так, у нас косметика тут, то, что есть, придет. Потому что я думала, что вы со своей придете тоже, чтобы мы разобрали и имели понимание, что и как делать. Я когда крашусь, или даже если я бываю у визажистов, мне делают панду круглую. А мне нравятся лисьи. Да, прям, чтобы он не подскакивал вот такой. А чтобы он вытянутый, какой-то вот такой современный был. Я сейчас наношу тональный крем, да? Можно нанести базу, если у вас есть база под тени. У нас тут минимум, конечно, макияжа. А, в принципе, походная косметичка у меня с собой. Нужна она нам? Ну, мы можем оттуда взять, если есть у вас подводка, например. Кремом. Когда крем мне намазалась. Подводку мою можем взять. Да. А вы ее обычно не используете сами. А в макияже? Да, да. Используем. Используете. А, да. У нас просто здесь есть визажист, которая. Я сама не делаю сейчас макияж. Я могу обучить, потому что я сейчас уже занимаюсь другими, скажем так, моментами. Бровями. Татуаж, там вот это вот все. И она с собой носит, да, подводку? Кто? Ну, другая визажист, ее. Обычно, когда к нам приходят на обучение, девочки приносят свою косметику тоже, чтобы там, если хотят чему-то там научиться, узнать что-то. И мы тут можем, например, выкинуть что-то, что там это. Из тех, которые, вот, допустим, вы советуете купить, что у нас пригодится, и что бы вы советовали мне поискать в магазинах? Ну, маковские продукты, может, Инглот хороший. Ну, вот есть какие-то, которые прям обязательно вы советуете взять в косметичку из ваших? Из наших? Да. Из наших, наверное, ничего такого. Я бы не советовала. Да. Это то, что потому что они не очень хорошие или почему? Ну, они, да, скажем так, они не очень хорошо ложатся. А если зачем вы покупали хотите... тогда? Ну, мы не покупали. То, что у нас здесь продукты есть, например, для... Такие кремовые, да, всякие? Да, это кремовые, жирные корректоры, можно сказать. Для скульптурирования там можно использовать. Тени. Я то есть вот лучше в магазин пойти и все с нуля. Да, из вашего ничего не будет. Нет, вот это вот все. Я вам могу показать на этих продуктах, как делать макияж. А, да, хорошо. Так, более получается. Коричневых, да, оттенках. Вы, ну, вот там розово-коричневый получается, да, у нас? На тональный крем. Но здесь, конечно, нужна была и база тоже под тени. Я вам рассказываю. Можете, кстати, писать, если хотите. Ручкой? Да. А я вот лучше себе так зафиксирую. Вы все будете снимать? Ну, какие-то моменты, да, важные. Тот макияж, который вы сейчас мне показываете, такой я не делаю. Адаптируем его вот под меня, да? Да, мы сделаем просто такой вечер. Ну, я вам покажу, как стрелочки. Вы рисуете стрелочки? Ну, кривые. Ну, вот. Я сейчас покажу вам, как стрелочки. А то, что розовый у нас там, мы его будем на коричневый наносить потом. А, вы хотите прям, который розовый? Ну, вот на фотке там коричневый с розовым, кажется. Мне нравится, что они блестящие, конечно.
Может, вместо розовых теней румяна розовые. Если хотите вот такой макияж, например, чтобы вот прям плотно ложился цвет, например, теней, вы можете даже подложку сделать карандаш, как базу. Да? У нас есть карандаш такой, который можно как подложку. Здесь черный. Черный? Да. Такой будем бордовый. Шоколадный. Угу. По салонам снимают, нет? Что именно? Макияжики? Да. Ну, я вообще по разным салонам хожу. Снимаете, да? Ну, снимаю всякие разные услуги, да. Ну, вы сейчас к нам пришли снимать? Ну, поснимать хочу, выложить? Да. А не знаю, как посмотрю потом. Я не все выкладываю, что-нибудь только интересненько. Я надеюсь, у нас будет не интересненько. Расскажите, что за случай? Вы снимаете что-то? Да. Нет, я вообще не могу на камеру ничего, ни говорить, ни красить. Я сразу начинаю нервничать. Правда? Тогда я пробовала. Ну ладно, просто. Тогда я пробовала в другом месте. Угу. Постепенно, да, мы наращиваем цвет? Не один. Да, я стараюсь. Да, конечно. Я стараюсь так, чтобы это было аккуратненько. Угу. Может, еще что-нибудь из обучения вспомните, чтобы понимать, как его повторить. Вы сейчас когда будете делать себе второй глазик, если вопросы будут? А вы не можете два сделать? Просто с пояснениями. Ну, это получается не обучение, это получается, вы пришли на вечерний макияж, я вас крашу. Угу. А я не визажист, скажем так. А как может не визажист обучать? Может. Может? Да, потому что я была визажистом, угу. Я обучалась, но, скажем так, суть я сейчас больше обучаю, например, бровям, там, ресничкам, да, угу. Макияж, но я не думала, что это на такой сложный. Приходят обычно девочки там на базовый курс обучения, и вот эти базовые знания, конечно, все мы это рассказываем. А мне кажется, там вечерний макияж обычный не такой сложный, то есть там какой-то прям нет графики. Ни стразиков, ни ультраяркая. Это... Там просто получается из розового в черный. Ну, графика меня вообще не пугает. Потому что правда? Мы сразу стрелочки рисуем. Такой вот именно удлиняющий, да, делаем? Банан. Ну да, вы же... Да, да. Ну, у нас баклажан скорее. Просто боюсь, если я второй сделаю, то потом я с этим макияжем никуда не пойти не смогу. Может, вы... Ну, конечно, да. Может, вы... Я даже когда обучаю, я практически вообще не крашу. Я могу просто рассказать, что и как. Клиент сам там себе... начинает рисовать, я что-то подсказываю, и все, но... Именно потому, что вы не визажист? Ну, потому что я не... Бывший визажист. Этим я сейчас не занимаюсь, скажем так. То есть урок макияжа оставили только потому, что там особо красить не надо, да? И предполагается, что сам клиент... Клиент сам себя красит, да, я там рассказываю поэтапность, как красить глазки, как за кожей, в общем, вот эти все моменты, как прыщи замазать, там, покраснение и так далее. Как бы подстираем, да, вокруг? Да, чтобы... Не было пятна такого, такие тени, потому что тоже еще. Такая музыка тут заныла. Это еще нормально. Тут прям прокрашено идет. А, уголочек, да, такой? Меня больше прям хвостик интересует. Вот этот хвостик интересует? Да. Смотрите, вы смотрите прямо. Да. И ставите себе вот эту пометку. Вверх хотите? Как вы любите? В сторону. Белку. Сюда? Как у меня? Бок. Может, подлиннее. Угу, у меня посмотрю. У Инглот есть очень классная подводка. Любые стрелки просто можно ей рисовать. Мне кажется, длиннее можно, чтобы она именно глаз удлиняла. Мне кажется, вы сами себе умеете делать очень крутой макияж. Ну, с кривыми стрелочками. Так что, если вы мне научите, будет классно. Да, я вам покажу. Ну и тщательно прорабатываем вот эту зону межресничную. Потому что тут всегда остаются пустоты. А чая не бывает у вас? Чай хотите? Хочу. А администратора нету? Нет. Нету, сами. Угу. Ну, смотрите, для таких видео, то, что вы снимаете, вам нужно идти в салоны более высокого класса. А у вас какого? Ну, больше средний, наверное. Ну, где там подают вот это все. Из-за чая идти в другой салон или из-за чего? Из-за чая в том числе. Да? Чтобы снимать вот это вот все тоже. Я надеюсь, вы меня не снимаете? Только себя. Я просто по-разному хожу, и смысл же не в том, чтобы самые дорогие показывать. Ну вот с разным ценником. На самом деле абсолютно непредсказуемо, потому что бывают дешевые салоны классные, бывают дорогие не очень. Да, такое тоже есть. Ну там сервис, я имею в виду обслуживание у дорогих салонов. Ну бывает сам даже в дешевых чай предлагают, так что. Да, мы не предлагаем. Не предлагаете?
У нас броу-бар, у нас на полчаса клиент приходит, красит и бар, сваливается. Да, поэтому если мы всем будем предлагать чай, это... Они тут поселятся, не выгонишь. Сидеть, да. Мы, конечно, не против, открываем, но мы не парикмахерская, да, там, чтобы долго клиент сидел, волосы там. Я поняла, просто так у вас в карточке там вроде, ну, не написано, что броу-бар, без уточнения, просто там услуга, например, урок макияжа, и то, что у вас можно сделать. Броу-бар у нас. Я поняла, ну ладно. Полчаса максимум клиент, там брови подкорректируют. Ну вот видите, услуга урок макияжа на 2 часа рассчитана. Очень вот как редко без чая бывает сидеть. Обучение. И что же другие девочки, вы говорите, макияж делают? У нас есть девочка, которая делает макияж и какие-то сложные прически, сложные макияжи, но она под запись. А косметика ваша это или общая? Брова? Моя личная. Вот это вот нет, вся? Нет, у меня здесь ничего личного своего нет. В смысле не то, что личное, просто для как вот на которой вы работаете, или она у вас вся на весь салон. У нас визажист приезжает со своей косметикой. А вот это она как салонская? Это просто косметика, которую вообще я бы ее не вытащила. Просто я увидела, что вы пришли без косметики, без своей. Мне пришлось это вытащить. Ясно. Хотя, то есть она для работы? Она не для работы, косметика просто лежит здесь. Если вы пришли, например, на макияж, на обучение, вы должны были со своей косметикой. Ну вот если у меня один цвет синий и все, нету, как вот вы мне обучать будете? Я, может, и хочу научиться, чтобы понять, что купить. Говорить. Что, у меня нет косметики? Вы онлайн записались, да? Да. Никто не говорил, что у вас нет косметики, надо со своей приходить. Позвонить. Так откуда же я знаю, что сказать? То есть сама могу прийти, у вас помещения нет. А вы говорите, а надо было к вам домой ехать. Что ж вы не сказали, что не, ну как вы к нам приедете? Ну вот так, а как вот урок макияжа у вас и нет косметики? Как это? Вот косметика та, которая есть у нас. Но вы говорите, вы на ней не работаете. Нет. Ну а как же урок макияжа тогда возможен, если нет косметики? Ну вот то, что есть, я могу приблизительно на этой косметике вам показать и рассказать. Я же не крашу тут клиентов. Я не крашу. Урока макияжа, думаете, не нужно для урока макияжа? Тоже. Нет, косметика нужна для урока макияжа. Вы мне как выводите уже на эмоции. Да что вы говорите? Да. Вот вам скажу, что я ездила уже по нескольким салонам именно на услугу урок макияжа. И везде есть косметика, потому что клиент может только начинать учиться, у него вообще ничего нет, например. Мы и он хочет понять, как... Мы с своими обговариваем. Так спросить надо или откуда же? Спросить предупредить надо. Ну, логично же. Перенесли свою запись, да. Не позвонили, не проконсультировались. О чем когда консультироваться? Что у вас как косметики у нас обучение, нет? Да? Но если у вас какой-то нестандартный случай, тогда это ваша инициатива должна быть оповестить клиента. Что... Почему нестандартный случай? Потому что обычно урок макияжа предполагает, что в салоне косметика есть. Какая у клиента косметика? Она не обязана быть со своими материалами, он не должен приходить. У него может просто не обязана, вот то, что есть, вот эта косметика, я вам и показываю. Ясно, все, я поняла. Розовенький будем добавлять? Не знаю, смотрите. А там на образце был у нас. Там прям такой яркий, даже, мне кажется, можно румяна. Если кремовая помада есть стойка, можно даже ее розовая как-нибудь. Есть розовая? Да, вот это же косметик. Сейчас, секунду, я сюда. Так, что-то все сбежали за ширмочку. Плохой признак. И музыка еще включена. Сейчас включили, тоже плохо. Это в торговом центре одна музыка, здесь другая. Видимо, может, я не слышала разговоров, не знаю. Я, походу, сейчас начала задавать вопрос по поводу косметики. И они удалились. Такие, типа, плюсы ему звонить. Блин, мне кажется, правда, это же неправильно. Урок макияжа, потом говорят, вы должны были со своей косметикой прийти. Я ее достала. И подводки две, вот эти, которыми мы делаем мой макияж, мои стрелки, это мои. Почти ничего нету из косметики. Ну, как бы, что-то есть. Ну, просто говорят, ой, не смотрите, это вообще все как бы не очень. А так вы должны прийти со своей, но узнать об этом вы не можете, потому что надо было спрашивать. Откуда, как клиент знает, о чем спрашивать? У вас услуга предоставлена, пожалуйста, предупредите тогда. Ну, вы снимаете, у вас зарядка есть, а по телефону говорить не можете? Не могу, да. У меня сегодня много планов, но мне зарядочка нужна. У вас есть зарядка, мы бы вас подзарядили. Спасибо. Да, здравствуйте. Так, что вам вы управляющая, да, или визажист? На данный момент я могу вам сказать одно, то, что мастер отказывается прям вас принять, и я не могу на это повлиять, потому что мастера не у меня уже давно работают, и видят, в кого клиент заходит, и какое отношение он дает вокруг, поэтому...
Извините, но в данный момент... А что с отношением? В чем я не права? Подскажите. Дальше вам ничего не буду делать. Вы как бы... А в чем я не права, что я не так сделала? Скажите, что я не так сделала, пожалуйста. Мастера работают уже давным-давно. Да, да, почему? Что, в чем клиент не прав? В чем клиент не прав? А в чем клиент не прав? Вы меня слышите? Алло. Алло, 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 слышно? И молодые. А вы сейчас нечто грубите или хамите? Нет, я просто вопрос задаю, в чем я не права? Или меня в чем-то провоцируете, чтобы я вам ответила? Да, в чем клиент не прав? Объясните, пожалуйста. Объяснила очевидное. В чем клиент не прав? Скажите. Я сейчас констатирую факт, и дальше разговора не будет. Ну скажите, в чем я не права? Что ведете. В чем я плохо себя веду? Скажите. Очень вызывающе. Очень а конкретнее можно? И мой мастер, который работает уже давно, имеет право таким клиентам отказывать. Каким клиентам? Дабы чтобы не... Когда придет клиент и сядет рядом с вами, не было такого, чтобы он был просто в шоке, слушая вас. Дорогая Екатерина, а что я не так сделала? Скажите, пожалуйста. А конкретно можете сказать, в чем я не... Нет, не услышала. Я не поняла, что я не так сделала. Что я нарушила? Какие правила я нарушила? А можете мне сказать, чтобы я на будущее вынесла урок? А в чем это выражается? Так как не заходят обычные клиенты в салон, как а я зашла? Клиенты, которые типа клиенты заходят в салон и типа хотят что-то там какой-то движ устроить для своих там каких-то видео, вот такие, вот так вы и заходите. А как я зашла-то? Скажите конкретнее, пожалуйста. Моего лучшего мастера от вашего присутствия. Она этого не заслуживает. А пожалуйста. Что я не так сделала? Можно мне конкретно? Пожалуйста, на ком-то другом. Я вас умоляю. Я, мастер, вам отказываю. Ну, то есть конкретно вы не скажете, да, в чем я вызываюсь? Что я, может, разделась? Вы нагло себя ведете. Да, да. А что? В чем моя наглость? Что? Даже в разговоре со мной вы уже нагло себя ведете. Очень тем, что вопросы задаю, хочу знать, почему мне отказывают. Который первый раз к нам приходит, вы уже вызывающе и нагло себя ведете. Уже, как будто вы протоптали там дорожку, и вам должны вот просто кланяться. Пожалуйста. Нет, я просто хочу узнать, в чем моя наглость. Люди. В чем моя наглость? Все прекрасно понимаю. Ну как же я пойму, если вы не говорите? Все общие фразы какие-то. Конечно. Я думаю, то, что вот этот выпуск не очень много лайков в вашу сторону наберет, потому что ничего его не наберет. Я вам желаю успехов и творческого продвижения. Всего доброго. Избавьте от моего мастера, от своего присутствия. Очень наглая, бестактичная девушка. Извините. Может, всего вы мне доброго. Когда скажете, в чем моя наглость заключается? Что, я про косметику спросила? Нет, смотрите, я не буду работать в присутствии камеры. То, что вы снимаете это на камеру, это раз. Мне это вообще некомфортно изначально. Ну, а наглость моя в чем? Когда первый раз клиент приходит, все равно, как сказать, подход чуть другой. У вас другой подход. Вы пришли с определенной целью. Ну, снять урок макияжа. А наглость в чем? Слушайте, снять, потом обосрать. Но, когда нечего обсирать, это не получится У вас всегда сделать. Есть что обосрать. Ну, вам же нужен контент. Нет, у меня много хороших выпусков. Ну, а да. Сейчас конкретно в чем моя наглость? Может быть, есть хороший выпуск. Но мы не будем продолжать. В общем, мне уходить, правильно? А в чем? Вы просто меня снимаете на камеру. Я вас не снимаю, можете посмотреть. Обычно говорят, что мы отказываем из-за съемки. Но так как вы мне приписываете наглость. Ну а наглость-то в чем? Что именно заранее? Если у вас какая-то особая инструкция, то вы как салон говорите ее клиенту. Везде все по-разному. Если у вас что-то необычное, то это салон присылает инструкцию, например. Пожалуйста, у нас нет косметики для проведения урока. Возьмите свою как вариант и так далее. Но даже если вы мне не сказали, я не спросила, я ничего такого не сделала. Просто мастер... Ну вот, просто мастер активно говорит, я на ней не работаю. Я говорю, а как вы тогда услугу предоставляете? Ничего наглого я не делала. Чтобы всем салонам мне заявлять, что меня там
должны вылизывать, цитата нашего визажиста. А иначе у меня плохой отзыв и так далее. Нет, достаточно мне просто объяснить, в чем я наглая, объяснить. Какая наглость. Ну, правда, это вообще зашквар какой-то невыносимый. Ну хорошо, я что именно? Но это удивительно немножко, потому что у вас услуга на 2 часа предоставляется. Обычно чай есть, тем более у вас есть кулер, где предполагается горячая вода. Ну и то вы мне сказали, у нас нет, я такая, окей, ну нет и нет, в чем наглость? Такая наглость, чтобы меня выпереть и еще... Как вы информацию преподносите, может быть, вы этого не замечаете? Ну, послушайте, вот у меня все записано, у меня есть специальный раздел на Boosty, куда я заливаю свои ролики без монтажа. Я там ничего не вырезаю, вот прям единая склейка, все будет. Вы сами можете зайти и оценить, насколько я была наглая и так далее. Ну, просто если вы хотите объективно что-то увидеть. Но... Ну, я считаю, что вы очень плохо себя ведете. В целом, если вы не делаете макияж, то не должно быть у вас услуги урок макияжа. Если она есть, тогда должна быть достойная косметика. Да, мое мнение такое. Потому что вы берете за это деньги. Я не беру деньги за уроки макияжа с людей, поэтому я думаю, что я как клиент могу какие-то пожелания высказать. Ну, вы, в принципе, на постоянной основе деньги берете, верно? Верно. А даже если у вас нет косметики и должен клиент брать, то об этом надо просто клиенту сказать. Когда к нам записываются клиенты, когда они интересуют какой-то определенный вопрос, они звонят. Мысли. Это исходные данные ваши. Если у вас особенно должен клиент подготовиться перед визитом, что-то взять, то вы должны известить. Если я буду делать, например, у косметолога какие-то процедуры, я сама лично звоню и консультирую, и задаю вопросы, которые мне интересны. Если у вас мне не интересно было, потому что я знаю, как это должно проходить. Если у вас проходит как-то особенно, то вы должны присылать клиенту информацию. Мы же созванивались, в чем проблема была? Ну как это? Мне спрашивали подтверждение. Сегодня мне переносили запись, звонили, чтобы я приехала позже. Вы, уведомления, было 1000 вариантов сказать. И обязательно у нас базовый набор косметики, косметики нет, принесите свою, например. Откуда я знаю, что я должна об этом спрашивать? Это не клиент должен выяснять. Все, до свидания. Ужасное, честно говоря, место. Субъективно, и я давно такого не встречала, чтобы руководство это все настолько поддерживало. Так, ну что, ребята, таком вы меня еще не видели. Мне накрашен один глаз. Стрелочка, кстати, мне кажется, неплохая, смотрите. Может быть, немножечко она низковата, чуть-чуть бы повыше сделать, потому что она как будто вот эту часть огромная делает. Словно она как бы делит пополам глаз, и вот это как будто слишком становится такая грузная, нависающая, как думаете, тяжеловато. Если бы стрелочка повыше была, то она как бы облегчила бы вот эту верхнюю часть, она бы так на глаз не давила. Ну, как бы в целом это мило. И, в общем-то, стрелка плюс-минус симпатичная, я бы отметила. Но, конечно, все, что происходило, короче, во-первых, как мастер, бедняга, двумя руками, ногами от этой косметики отнекивалась, что это все не наше. Но я причем специально спрашиваю, чтобы советовали из этого купить. Он такой, ой, не вздумайте. Не-не-не-не-не, вот идите там, типа, хотите, что она там из брендов Inglot, MAC сказала, хорошие. Ну, в общем, что только не из того, что здесь представлено. Я причем уточняю, она плохо ложится. Он такой, ну да, плохо ложится. Как бы и вопрос, как можно на такой косметике предоставлять услуги. Ну и типа клиенту спокойно говорить, вообще такое говно. Но тут же она параллельно на меня переносит ответственность, что я должна была прийти со своей. О чем, соответственно, мне никто не сказал. Но, как оказалось, я должна была сама узнавать. То есть, придя на услугу обучения макияжа, я должна была спросить, а косметика у вас есть? Соответственно, раз я не спросила, мне никто не обязан предупреждать. Мои проблемы, что я не взяла с собой нормальный косметоз. Подводку она там кричала, на Настя, есть подводка. Но у нас не было, мы взяли мою. Но в целом, как бы, это ничего страшного. Но просто все происходящее, это какая-то кринжатина. Если у вас недостает каких-то материалов, тогда вы должны сообщить клиенту заранее. Не он должен спрашивать, потому что это бред. Откуда я могу знать, что вы, предоставляя услугу, не имеете материалов? Вообще, как это? Клиент не обязан с собой все таскать. Ну, вы деньги, как бы, берете, а не клиенту платите. Если уж что-то у вас нет, то будьте добры сообщить заранее, чтобы клиент подготовился. И он не должен что-то сам думать, а что за чего у них может не быть.
быть? Это типа прийти на стрижку со своими ножницами, наверное, да? А, ну раз не спросили, ну так что, вы пришли без ножниц? Как мы вас стричь-то будем? Ну вот из этой серии. Цветов даже розовых не было, румян вообще никаких. Причем макияж мне окнули с розовым, но попутно оказывается, что розового у них нет. Хотя в палитке там какой-то нежный был оттенок. Ну типа потом она тоже стала отнекиваться, что как бы вообще это не тот с розовых, который в макияже используют. Его видно не будет и все остальное. Но она его даже не пыталась мне нанести. Потом уже какое-то время сижу, решила уточнить про чай, потому что была еще одна сотрудница, и которая просто в телефоне ковырялась. Я подумала, может быть, это администратор. Опять же, видно было, что у них кулер стоит. Ну, просто, честно говоря, на улице очень холодно. Ну, у нас сейчас минус 6, ехала больше часа. Ну, думаю, что абсолютно это нормально, когда есть какой-то напиток, типа, и себестоимость его, тем более, 3 копейки. То есть, условно, один пакетик, по-моему, 1 рубль стоит. 3 рубля, по-моему, 300 рублей пачка, 100 штук. И я просто спросила, если чай, что-то наслушалась. Ой, к нам приходят на полчаса, и все уходят, зачем им чай? Вот это будут тут задерживаться. Очевидно, что услуга макияж двухчасовая у вас прям прописана в записи. И она такая, ой, это очень редко. Ну ладно, допустим. Он-то потом говорят, ой, мы в принципе, конечно, не против чая налить, но мне никто не налил. И потом, когда я уходила, мне сказали, что это была такая наглость спросить про чай, что вообще там. И тоном я не тем спросила, и вообще, в принципе, как это? Кто, придя в салон, спрашивает про чай? Управляющая тоже, которая мне всю дорогу просто, она завела волынку, и не дай бог мне в слово вставить, просто начала на меня наезжать, что я отвратительно нагло себя веду. И причем, когда я пытаюсь спросить, а можно конкретнее? Не вот это вот все в общем, что у меня двойка по поведению, а конкретно, что вы пришли, спросили вот это, нетактичная фраза по отношению к визажисту. Она мне ничего не смогла сказать конкретного. Сколько у нас с ним был диалог, я говорю, пожалуйста, ну, думаю, может, ее ввели в заблуждение, еще что-то, может, ей там как-нибудь наговорили на меня. Тогда это бы стало понятно, но, очевидно, ничего не говорили, и просто ей было достаточно обвинять меня огульно и никакую конкретику не привести. Потом она просто, что я уже не стала не слушать, она мне начала рассказывать, что у них старые клиенты приходят, и молодые все довольны, вообще это лучший мастер, нафига мне эта информация? Я по себе сужу, я пришла, мне есть запрос, я записалась, пожалуйста, будьте добры, услугу мне эту оказать. Ну, либо обоснованно не оказывать, или как там у вас. Соответственно, если вы мне отказываете, как-то расскажите, почему. И когда я там уже, ну, просто поняла, что это бессмысленно, да, она просто что-то выливает, что там пришел блок входящих, застрял здесь, его надо срочно пустить наружу. И она абсолютно не коммуницирует с внешним миром, что там внешние раздражители, клиенты, кому это надо. Ну, то есть ей прямо вопрос задаешь, можно конкретику? Мне не надо знать про других клиентов. Что я сделала не так? Чем я нарушила правила вашего салона, например, пребывания здесь? И она мне что там начала? Ой, это вот и вот это наглость-то, вот это вот самая наглость. Замечание мастера про то, что и что там про влизывание, конечно, мы не собираемся, мы приличные люди, а у вас только такие нормальные выпуски. Ну, в общем, все кринжатина, ужасно. Хотя, в принципе, в процессе я думала, что мы с мастером вообще язык можем найти, но когда что там у нас... А у нас затык был как раз на косметике, то, что она типа говорит, это вообще косметика, на которой мы не работаем, да, но при этом я понимаю, ее на меня будут мазать. Я говорю, в смысле, как это вы не работаете? Если сейчас она на меня наносит. Он такой, ну вы свою не взяли, а должны были узнать, и вот это вот все. В общем, ей, видимо, не понравилось, что я как мышь сижу, заткнувшись, не сижу. И она пошла заручаться поддержкой руководства, которое, оно тоже как бы не сильно там, а пытается как-то наладить связь с клиентом, если он задает неудобные вопросы. По факту, в сухом остатке, я, конечно, думаю, что если вы предоставляете услугу, у вас должны быть материалы, от которых визажист, мастер не открещивается, не должен учить макияжу не визажист, человек, который в процессе говорит, я не визажист. Я думаю, что это сделано для того, чтобы, ну, типа, если получится все криво-косо, то, скорее всего, она потом скажет, ну, вы же половину сами накрасили, вот некрасиво, ну, а я что сделала? Ну, вот, да, учиться надо, потихонечку руку набьете. То есть, если предполагается, что пол лица на уроке макияжа красит клиент, это как бы с визажиста снимает ответственность, ну, я думаю, для них так, за конечные результаты. Поэтому, если получится некрасиво, то как бы мастер не при делах. Именно поэтому, как она сказала, просто целый полный макияж я не делала. А поучись, пожалуйста, когда вы все сами будете делать, а я просто объясню. Ну, вы же сами накрасились. Ну, вот ничего, перед зеркалом дома тренируйтесь. Хотя, конечно, это какой-то бред. Не должно быть так, потому что все равно, даже если я половину накрасила, то визажист должна отвечать за то, чтобы как минимум миленько все вышло, что-то там мне исправить. А не говорить, что я не визажист, услуга, которую я не оказываю, косметика не наша, не вздумайте ее покупать. И в итоге мне выперли с формулировкой, какая вы наглая. Зря я приехала, честно сказать, хрен знает куда. Сейчас обратно мне тоже больше часа ехать, то есть это очень далеко от меня. Хотя, знаете, даже были намеки на то, что приличное место, потому что торговый центр такой уютненький, приятный, в нем 3 этажа, там магазины, в том числе сети.
видите вы. Но, конечно, поведение сотрудников ужасное. То есть все остальное, в принципе, можно было свести на нет. И делали мы мейки на гораздо худшем кейсе. То есть там, помните, у нас вообще было типа один карандаш, кругляш такой теней. И все, здесь хотя бы какие-то палетки. То есть, в общем-то, можно было сделать что-то приличное, доброжелательно себя вести и оставить приятное впечатление о себе. Но никто не захотел. С формулировкой лайков у вас в этот раз не будет. Вы же очень нагло, беспринципно, не тактичная девушка. Вот такие вот дела. Все, оставляйте ваши комментарии, как вам кажется, в чем именно состояла моя наглость. То, что я про косметику спросила, про чай или еще какой-то тактичный вопрос задала визажисту, который сама не заметила. В общем, жду вас в комментариях. Огромное спасибо всем, кто пальчик вверх поставит. Полная версия этого видоса. Прямо сейчас я приеду домой, склею, просто залью на Boosty без монтажа, со всеми репликами, поворотами камеры, паузами, все-все-все, что не входит на ютубик, я заливаю на Boosty. Кто хочет посмотреть, как это происходит, вот прям все отснято мной, то welcome туда. Чтобы не было разговоров, ой, вы, конечно, оставили только то, что вам удобно. Вот, пожалуйста, все, целую вас, обнимаю, вот так вот. И всем пока-пока.